13 или 14? 13. Поправляйся. Спасибо. Акция совершенно замечательная. У нас на сегодняшний день лежит 60 детей, больных коронавирусной инфекцией. Я думаю, такой замечательный подарок в виде таких замечательных солнечных арбузов доставит им не только удовольствие, а и принесет пользу, в том числе как витаминный продукт. Особенно приятно, что в этот солнечный день Александр Григорьевич вспомнил, видимо, о своем посещении. Он был у нас зимним, хмурым днем 25 декабря. И приятно получить такой подарок. И я думаю, детям он доставит несказанную радость.